ассистент! Добрый вечер! Ура! Дорогие друзья, одна из наших любимых тем – это разговоры по телефону. Номер называется, очень просто, «Доставка арматуры». Под ваши аплодисменты. Алло? Добрый день. Добрый день. Скажите, а вот мне счетик выставили на арматуру, я оплатил там 500 прутов по 2,5 метра. И сказали позвонить там, согласовать доставку. Да-да-да. Ваша фамилия? Молочный. Номер счета какой? Номер счета 1735-Ж. Ага. Да, есть, все, деньги пришли. А, все увидели, да? Адрес доставки. А запишите, пожалуйста, Магнитогорская 1. Ага, хорошо, все, завтра можем привезти. Все, отлично. Первой половине дня. О, очень здорово, все. Хорошо, завтра будет, все. Спасибо вам огромное. Встречайте, спасибо, счастливо. До свидания. Прошел день. Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с кем я могу там по доставке? Виталий. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, я просто там перечислил деньги, жду арматуру, 500 прутов, 2,5 метра. Номер счета какой у вас? 1735-Ж. Угу. Фамилия Молочный, да? Молочный, Магнитогорская 1, да? Магнитогорская 1. Хорошо, давайте на завтра, но сегодня как, не успеваю. Как завтра? Говорили сегодня, первая половина дня. Просто не успевать. Сегодня, понимаете, там водитель напутал что-то и поэтому... Ребят, ну очень важно, подождите, я дом себе строю, ну у меня все стоит, там бульдозер, люди, понимаете, кран, все ждут. Я понимаю, но действительно вот такая проблема, он перепутал, поэтому завтра... Ребят, ну очень завтра плохо. В первой половине дня... Слушайте, ну пожалуйста, завтра первый я жду. Конечно, все, давайте, чтобы без боев. Хорошо. Ага, спасибо, до свидания. Прошел день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, я слушаю. Так, ребята, это не смешно уже, если честно. Я не понял, в чем вопрос? Я сейчас объясню. Я жду арматуру уже, третий день. Так. 500 прутов, 2,5 метра. Я извиняюсь, какой номер счета у вас? 1735-Ж. Вы знаете? Же, дроп. Я понял. Сейчас, секундочку, посмотрю. Сейчас. Что ты смотришь там? Вести надо, понимаешь? Я три дня, я дом себе строю. Это мечта моя была всю жизнь. Фамилия Молочный. Построить... Молочный, хорошо, да. Хорошо, слушай, у нас сегодня просто короткий день, пять. Что? Так, с кем я разговариваю? Сергей. Сергей. Я очень вас прошу, если завтра... Завтра, да. Завтра все первой, будет, да. В очень первой половине дня. Конечно. В очень первой, в 9 утра. Если не будет арматуры, я буду скандалить. Ребята, у вас будут проблемы. Не переживайте, завтра все будет. Все, хорошо, я жду. До свидания, спасибо. До свидания. Прошел день. Алло! Добрый день. Что ты мне добрый день каешь там? Я прошу прощения. Арматура где? Вы по поводу доставки. Где моя ар, сука? Мар, падла, тура! Я прошу прощения. Номер счета, можешь? 1735-Ж! У меня нет такого счета, я не вижу здесь. Как нет? Я 4 дня назад перечислил. Проплатили, я да? Всю... Я... С кем я говорю? Николай. Коля! Коля, не зли меня. Я понял. Коля, я... Ваша фамилия Молочный, да? Молочный, да? Коля! Мне вот оставили записку, да, что Молочный звонил, да, но я так, не вижу вашего счета. Коля, все, давай, все, так, все, давайте, Коля, нет, тихо, спокойно, давайте, Коля, я, тихо! Я разберусь. Так, все, давай мне телефон директора. Я перезвоню вам через 2 часа, все нормально, в течение 2 часов перезвоню. Какие 2 часа? Через 2 часа арматура, я найду ваш счет и все решу, не переживай. 3 минуты у тебя, Коля, слышишь, Коля? Я перезваниваю, мы... Слышишь, Коля, я на взводе, алло! Я понял, не переживай. Колянчик! Не переживай. Старичок нервничает, слышишь? Я все решу. Колечка, 3 минутки, у меня есть часы, я смотрю. Алло. Я найду счет. Все, найди, а то я тебя найду, слышишь? Я вам перезвоню сейчас. Все, Колик, давай, старичок, береги здоровье, давай. Прошел день. Алло! Добрый день. Привет! Угадай, кто? Алло! Еще раз, я не понял. Ты не понял? Я тоже не понял. Где арматура моя? Какой номер счета у вас? Да, ребятки. Я прошу. По какому вопросу? Вот это мне заводит уже, пацанчики. По какому? Арматура, слышишь? Я не знаю. Я слушаю. Ты не слушай, ты вези мне, алло. Скажите номер счета. Кто это? Кто там? Валерий. Валера? Валера, дай мне телефон директора. Его нет. Все. Его нет сейчас на месте. Так, адрес, говори, адрес офиса, давай, я сейчас приеду, все, я бошки посношу вам. Вы скажите номер счета, я вам все привезу. Номер счета, скажите, я... Все... Адрес офиса мне, бегом! Лукьяновская 8. Все, Лукьяновская 8. Все, все, ребятки, все, я приеду, я сам все. Я найду арматуру, пруты свои 500, по 2,5 метра. И ты узнаешь, как это длинно, слышишь? Да. Все, я выезжаю, давай! Прошел день. Ты упырь!
Добрый день, я слушаю вас. Я был вчера, падла, на Лукьяновской 8! Там нет вашего офиса, почему вы трубку не брали? А что за... Какая... Что за? Что за? Это я с этим вопросом ходил по улице! Что за? Что за? Понимаешь? Секундочку, у нас нет офиса на Лукьяновской... Это кто там? Это кто, Коля? Это Михаил. Миша! Херовый ты актер, Миша! Ты хоть бы голоса научил заменять, понимаешь? Значит так, Миша, запоминай. Скажите номер счета. Я вас когда-то найду. Можно номер счета узнать? Я приеду, я заберу свои пруты, а один оставлю. Угадай, откуда он у тебя будет торчать. Так, секундочку, можно? Миша, я его покручу еще чуть-чуть. Так, спокойно, пожалуйста. Для успокойтесь. Для оргазма. Миша. Еще раз, можно, серьезно, номер счета ваш, скажите, чтобы я узнал. Мишечка, 17. 35 дробь жопа вам будет! Так, пожалуйста, давайте не ругаться, хорошо? Хорошо, Миша. Молочный, да, ваш молочный. О, как угадал! Так, молочный, давайте мы решим, хорошо? Я просто вот только что разобрался, у нас тут была неразбериха. Все нормально, я все нашел. Миш, вот я счет. Не верю, все вообще нет, все нормально. Я не все верю, хорошо. Но ищу вас. Завтра утром они будут. Миша, я не верю. Все, я вот стою на складе. Вот зачем я, ты врешь? Вот я смотрю на ваши пруты, вот они стоят. Ты не смотри, ты неси их, дебил. Да ну что вы орете на меня? Ну машина поломалась. Где два грузовика, что я на руках понесу? У нас тоже неразбериха. Я что, виноват или что? Что я сделаю? Чего вы на меня орете сразу? Я понимаю, у вас проблемы. У меня тоже проблемы. Все, Миша, не ори. Я должен это все в голове держать постоянно. Ну, я говорю, завтра они будут у вас. Ну все. Я сказал, значит, будут, понимаешь? Я пообещал, лично. Ну все, ну что ты? Все. Погорячились. Нет больше вопросов у тебя. Да есть вопросы, ну все, ладно. Все, им тут тихонько молчи. Завтра они будут. Ну все, братан, все ровно. Все, тебе верю, все. Все, давай. Все, давай. Прошел день. Алло? Алло? Это металлобаза? Упырь, я знаю, что ты меня сейчас слушаешь. Сидишь, падла, и смотришь на мои пруты, да? Эй, Миша! Иван, Женя, мальчики! Все, ребятки, а пруты мне уже не надо, все. У меня единственная теперь цель в жизни – найти и зафигачить вас всех. Понимаете? И я это сделаю. Я уже придумал как. Все, передайте там по цепочке, все. Все, ребятки. Ко мне приедет завтра дядя Коля, он афганец, понимаете? Привезет здоровый нож. И вам всем будет жопа! Жопа всем передай завтра в первой половине дня! Вам всем будет жопа! Все, пока! Прошло 20 дней. Алло, добрый день! Алло! Это молочный, ваш заказ 1735G на арматуру, да? Алло! Ожидайте, пожалуйста, к вам выехала газелька, полчаса буквально будет у вас, там ваша арматура, водитель Рустам. Что это? Ваш заказ на арматуру, вы заказывали заказ. Я? Пруты. Алло, пруты? Ну, арматуру, настройку. Сейчас я знаю, Коля, ты строишь что-то? Вы не, строите дом. Ничего я не строю. Вы молочный, вы дом строите. Не, все, не строю, все, пропил уже дом, все. Куда везти? Магнитогорск 1, участок там у вас? Участок. Все уже, с Колей, все, участок, все пропили, давай. Куда везти пруты? Ну, слышишь? Что, Магнитогорский 1, там написано тебе? Да. Все, мы рядом через дорогу сидим. Где? Ты узнаешь, мы в плащах и в трусах с Колей. Так веселые что... ребята, вообще безжизненных проблем. Так что, ехать туда к вам? Конечно, да? Пузырь захватил, лучше два на Колю. А слышали, это фирма Металлобаза? Ну да, Металлобаза. Ребят, огромное.